Почему он фотографию делал? Сегодня 29 сентября 2023 год. Арамболь. Борщик. Колбаска из России. Какая-то каневская, сырокопченая. Забыл название. Крутая очень. Которая без всяких рящиков, желвак. А чистое нежное мясо. Такую здесь вам в кафе Васильки не продадут и не сделают. Вот как эта колбаска называется. Каневская Сервелат Прованс. Это бомба. Сохран Забросович приехал с банкой шпротов, представляете? Ты для видео можно? Если нельзя, то удалю. Приехал, дорогой. Спасибо огромное. Привет. Все остальное слиплось попозже. Протов с России. И не только. Это Сохран Забросович, у него свой YouTube канал, ссылку оставлю в описании. Приходите, крутые видосики пилит. Welcome. Вот мы с ним едем, приехали. Вот тут такая красота, видели? Нас ожидает. Вот он, Сохран Забросович. Тут контент уже попер. Ребята такие интересные. Вот сейчас бы сидел дома и сидел. Потому что дождливо. А вот позвони. Как тебя зовут, кстати? Андрей. Ага, меня Роман. Приятно. Вот. Сохран Забросович, у него ник просто в Ютубе. А он сказал, поехали съездим на эти озера. Я вышел и рад, что опять куда-то вышел. А то бы сидел дома. Тут очень красивый закат. Там мужчины выучили несколько русских слов. И тарабанят их один за одним. Короче, мы тут заблудились, по будякам идем, по колючкам. Надо было одевать обувь другую, и штанцы надо было одевать. Короче, постоянная здесь. А еще майка будет сейчас вся в растяжках, она уже в растяжках, пиздец. Дорогую майку в рот выебал, ебаный в рот. Попиздил я нахуй, пизда майки, блядь. Вот пиздец. Короче, заплутали, все одежи изорвали. Мы опять к начальной точке, чуть-чуть другой путь проложили, пеший по гуглу. Сейчас попробуем дубль 2. Не рад, вот у меня еще тапочки вот эти скользящие, они скоро и порвутся. Я их так любил, так мне не нравились, а теперь мне походу придется их новые покупать. Сейчас попробуем, вон там идем уже люди. И вот мы пришли. Сохрану Забросовичу влажно и жарко. Я тут уже привык, хоть у меня и пот льется. Но я привык. Что там у меня с камерой? Запотело, не запотело? У меня есть видео. Мы были на этой местине. С друзьями-индусами. Ух ты, красиво, конечно. Чего ж там? Красивое зеленое озеро. Вот такое оно. Красиво. Хай! Да знаю, скажу честно, вот мне ноутбук с России привезли, я сейчас запустил его и смотрю свои ролики. Ёпарыс, это такое ужасное качество. Вроде в телефоне красиво смотрится. Это у тебя S22 уже, да? 23. А у меня вот S8K. У меня S20, у меня только 4К есть. Кайф, конечно. Вот как у него, вот как у меня. Красотища все равно. Короче, все ноги в крови, все потекло. Все. Да, блин. У меня по забросам уже прибыл. Ну да. В общем, уходим из этого. Действительно, очень красиво, очень классно. Я был здесь в сезон жары. Здесь оно было какое-то тухлое, черное. Туда не хотелось даже заглядывать. Я думал, зачем мне индусы сюда привели. Оказывается, надо вот было сейчас приходить. Поэтому... Солнышко будет. Все хорошо. Да, по солнышку можно прям с любимой приехать, можно покупаться. Он подходит, один сторон ставит, подходит один. На пальцы мне объясняют, можно мне типа закинуть удочку? Ну это куда не вопрос, на. Пару раз закинул, ни хера, отдает мне удочку. Я здесь стоит рядом. Я закинул. А он пьет моей все ближе и ближе, ближе и ближе. А потом хуяк ее за сиську схватил. Пипец. Представляешь, я что вижу,
удочку беру, на него замахивать, а он как стоял, так и стоит. Он, то есть, знаешь, как реакция там, не вот так, не так не бей, да. Похуй. Он даже не понимает, что его сейчас уебут. Я не могу понять, зачем он это вообще сделал? Что ему это дало? Он там не кончил, ничего. Зачем он это делает? Не знаю. Вот я, да, их не могу понять, не ихнюю логику я не могу понять. Вот представляешь, такая хуйня. А ты говоришь, там, смотри, как дрочит. Ливень начался, мы приоделись и расстаемся, было приятно, я компания, погуляли, да, поэтому летим домой, пока вообще нас не смыло. Совсем плохи дела, последняя двадцатка, находится сладенького, энергии, углеводов, там два мунча, наверное, куплю, и чаек заварил сейчас чайком, два мунча, как дам. Доброе утро, сегодня 30 сентября 2023 год. Выживание продолжается. Выживание это не на 500 рупий, выживание это не сегодня, выживание это не в ГУА, а выживание это всю жизнь, понимаете? Всю жизнь я выживаю, работать не умею, долбоеб. Поэтому ссылка Сбербанк, Тинькофф, Донаталерс. Пожалуйста, кто сколько сможет. Вообще плохо без денег. Помогите, у кого есть. У меня когда были, и когда кому-то надо, я смотрел кого-то, стрим или ютуб, я всегда донатил. Вот, два огромных мунча, по 10 можно купить. Очень вкусно. Вот это мана, мана чока. Это, конечно, не очень, должно быть тести чока. Вот, блин. Где это играет? Вот он идет, дядька с дудочкой. Мне кажется, он попрошайкой. Если он сейчас увидит, что я его буду снимать, он мне будет заебывать, но у меня денег нет, я ему не дам. Оп, такой, думаю, кому-то еще спеть. Блять, если он сейчас меня увидит, он придет сюда, будет заебывать наверх. А я ж только что снимал последнее видео, что последнюю двадцатку понес на покушать. Поэтому я буду злой к нему. И справедливый. По справедливости злой. У него дудка, видите? А YouTube тоже переводится труба. А у меня труба YouTube. Я на YouTube донаты прошу. Поэтому все справедливо. Оп. Дали мани. Пошел дальше. Ну ладно. По-своему королевский завтрак. Вот эта колбаса бомбовская с России. И майонез сметанный слобода 67%. Да ты шо? Вы бы знали. Кто понял, тот понял. Кто знает, тот знает.
Вы знаете, что понял, надо риса наварить. Недаром тендус едят рис. Еды нету, наварил риса. Блин, даже кетчупа нет. Я хотел сказать, кетчупом полей или яйцом. Нету ни яйца, ни кетчупа. Соль только есть. И специи. Рис с солью и со специями. Во. С колбасой. И с укропом. Вот укропа берешь и так. Надо мини поехать покормить. Ну там льет и льет, представляете? Говорят, он моросит и будет еще моросить. Мне еще желтый цвет нравится. Видели, как красиво вот. Почему-то он передает будто зеленый, а так желтый. Желтый с черным. Это мой один из стадикамов. Вот это моя колоночка. Вот это моя электроночка. Вот это мой чай. Вот это я. А Дианка, возможно, поедет работать в казино. Поэтому не пропускайте следующую серию. Мы же обрадовались, что мунсуна типа уже нет, кончился. В этом году не было, нам повезло, мы ошибались. Мунсун еще идет, только начался. Все сырые, вонючие, аммиаком, мочевиной, мочой воняет все, блядь, сапарь. Его охуя. Это пиздец. Еду кормить мини. Вот крупные косточки отобрала собачкам, а здесь осталась самая нежная жопка. Кожа, прям белое мясо там есть кусочками, прям нежно-нежно, оно холодец, ароматный, хоть сам бери и ешь. Хоть солнышко вышло на секундочку. Оно и дождь идет одновременно, и солнышко. Знаете ли. Тут еще денег нету. Может, Дианка сегодня действительно заработает 3000. Главное, чтоб индус ее не увел, блядь. Не кайф, постоянно эта сидушка мокрая, садись. Ну как не кайф, привык, если честно, похуй. В Гоа привыкаешь к этому всему, к этой всей дичи. Привыкаешь к дичи. Давай, блядь. Колдовское озеро! Голубой, он может стать сухой.
Заебали. Пип-пип-пип-пип. Ебать мой хуй. Поворот. Вот, блядь. Хатка неприметная. Пип-пип, пип-пип. Да, ее хуй найдешь вот так вот она. Ой, блядь. Не в ту сторону кино снимал. Я в ахуе. Мини, мини, мини. Ехал всю дорогу, не в ту сторону кино снимал. Мини, мини, мини. Дебил, блядь. О, бежит вообще мини. Водится. Чё ты? Чё ты, морда? Миу-миу, ты морда коханая. Коханая морда. Чистая, хорошая. Вот тебе вкусняшка. Сухой корм еще остался. Потом поешь. Мини, что не ешь? Ешь давай. Мини, не голодная совсем. Совсем не голодная. Hello. Гостиня? Ну, very good. А я кот, кормлю кота, видите? О. Это вообще не голодная. Кто-то ее кормит. Сори, не понимаю. I don't understand. Если ты бы... Вывали отсюда! Вызебалась! Вывали отсюда! Я тебя, блядь, устрою. Пошла нахуй отсюда. Зебалась, блядь! Зебалась! Да, блядь. Кот, жри нахуй, сейчас заберут собаки. Пошла вон отсюда! Ну пойдем вон отсюда! Пойдем вон отсюда! Ну пойдем! Ну зебал отсюда! Мини, жри! Ну пиздец, мини, ваша, блядь, такой едок. Ну, садись, окей, поехали, заебал. Окей, да. Окей, no problem. Колдовское озеро. Я вот всегда, когда пешком ходил весь полгода, никого не останавливал.
тут потому, что телефон на груди висит, он прикасается к груди, блядь, и оно нажимается, выключается, камера переворачивается. Это, короче, пиздец. GoPro-чки нету, нахуй. Конец кино. Голова болит. Дождь, погода переизменчивая. У меня очень болит голова. Нервы бьют.